Всем привет, ребят, с вами снова Диана. И если вы знаете хоть что-то обо мне, так это то, что я очень доверчива и наивна. Мне легче оправдывать некрасивые поступки других людей, нежели все-таки признать то, что они не такие хорошие, какими я их считала. И эта моя наивность затащила меня во множество не очень приятных ситуаций. Не поймите меня неправильно, я все-таки думаю, что это качество не такое уж плохое, каким его считают другие люди, потому что я не хочу полностью закрываться и быть какой-то скрытной только из-за того, что пара-тройка людей обманули меня. Но мне определенно нужно работать над тем, кому я все-таки доверяю, и правильные ли на то у меня причины. С этих пор я буду смотреть на поступки, нежели на громкие слова. И хочу, чтобы вы делали так же. Ни в коем случае я не хочу, чтобы мне кто-то доказывал что-то своими поступками. Я лишь считаю, что когда человек говорит действительно, что у него на душе, то и поступки его будут соответствующими. Например, если я говорю, что скучаю, то я сделаю все возможное, чтобы увидеться с этим человеком. Если я говорю, что доверяю, значит, я не буду спрашивать личного рода вопросы. И если говорю, что люблю, то буду желать всего самого хорошего этому человеку. И это все не будет запланировано или как-то наиграно, только потому, что это будет исходить от сердца и само по себе. Поэтому в следующий раз не потрудитесь обратить внимание на поступки и действия того или иного человека и как они соответствуют его словам. Я вас всех очень сильно люблю и пока-пока! И это очень важно знать, что мы все с вами люди и что никто не идеален и что все мы можем сломаться из-за любой мелочи. И у каждого есть свои какие-то, не знаю, левелы, при которых эмоции просто вообще зашкаливают.